«Мой дом – моя крепость», так хотелось бы считать супругам Волошиным. Они так и считали долгое время. Сейчас красные флаги разделяют их участок надвое. Оказалось, по закону, часть их земли теперь принадлежит соседям. По решению суда у нас нашу приватизированную землю у нас конфискуют шириной вот 3 метра. Куда, чего, почему? Непонятно. 34 года назад они купили этот дом. В 94 году маленькую дворовую территорию удалось расширить. И супруги на руки получили свидетельство о собственности. Позже решили построить капитальный гараж. При определении границ участка действовали строго по закону. Первым делом получили одобрение всех соседей. Согласовали мы с соседями. Вот. Переулок Яблочный 15, переулок Яблочный 20, Герасимчука 73, вот там вот. Герасимчука 75, это вот этот дом. И Герасимчука 79, Литвин Сергей Иванович. Он никаких возражений не имел на тот момент. Подписал. Он подписал это все. Я говорю: Витя, ты что будешь делать? Я буду строить сарай и гараж. Ну ладно, будешь строить, хорошо, я подписал. Но в моем понятии гараж... Как вы думаете, вот это похоже на гараж? Вот ваше мнение на гараж. Я считаю, это не похоже на гараж. Спустя несколько лет оформлением земли занялся сосед. Сейчас на руках и одних, и других жильцов документы, подтверждающие право собственности на землю. Причем у каждого числится злосчастный клочок земли в 6 квадратных метров. И каждый уверен в своей правоте. В 98 году, значит, суд я проиграл. Почему? Потому как, сами знаете, было такое тяжелое время, что не было денег, не было ни на адвоката, ни на эту самую экспертизу строительную. Все, судья говорит: ну, ты не доказал, что это самое. В 2007 году он снова подает на нас в суд. Снова все эти, собственно, те же претензии, что все незаконно, что мы все это самовольно, что эту подпись он, мы ему подделали. И мировой судья, конечно, не разобралась она, неправильно судила нас. Много лет уже тянутся судебные разбирательства, пока закон на стороне Сергея Литвина. И судебные приставы заставляют Волошиных выполнить решение суда, от которых требуется передвинуть капитальные постройки на несколько метров. Но даже это не самое обидное, говорят супруги, которые до сих пор не могут понять, как так вышло, что уже приватизированный участок земли могли отдать в собственность еще одному человеку. На практике оказалось, такой случай в городе не единичный. Основная причина, конечно, это неверная сделанная съемочка. Постановка на кадастровый учет до 2005 года, когда это было сделано по различным картографическим материалам и материалам на бумажных носителях. В данном случае, вот на сегодняшний день, когда выполняется тахеометрическая съемка, более точное местоположение границ – это человеческий фактор. А еще специалисты советуют находить компромиссы полюбовным путем, так сказать, по-соседски. К сожалению, в этом случае такой компромисс уже невозможен. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.